Всем привет! Сегодня мы будем делать очень вкусное и рассыпчатое, а самое главное, нереально просто делающееся печенье. Это у меня будут вот такие вот колечки с арахисом. Все мега просто, они получаются прям тающие-тающие во рту. И при этом не приторные, но очень вкусные. Рецепт нереально простой. Нам понадобится размягченное сливочное масло. Сюда сразу же добавляю сахар. Здесь не принципиально, чтобы добавлять сахарную пудру, поэтому добавляю просто сахар. И сразу же сюда у меня ванильный сахар. Если вы будете делать на целую порцию, то сюда вбивайте целое яйцо. Я буду делать на пол порции, поэтому я буду белок оставлять для смазки и приклеивания арахиса сверху, а желток добавляю к тесту. Теперь беру миксер. И на небольшой скорости это все перемешиваю в течение там 2-3 минут точно, можно и до 5 взбивать, в зависимости от количества, чтобы масса у вас немного посветлела и, возможно, немного даже у вас растворился сахар. И сразу же сюда можно будет отвешивать сухие продукты. У нас из сухих это будет мука, также сюда нужно будет добавить разрыхлитель и щепотку соли. Муку обязательно просеиваем. Всыпаем сразу на муку сюда разрыхлитель. И совсем немножко соли, она оттеняет просто вкус. И теперь вмешиваем. Если вы это будете делать в кухонном комбайне, это все намного проще. У меня количество теста небольшое, поэтому нет смысла даже вымазывать кухонную машину. Все тесто вот такое вот, оно получилось рыхловатое после замеса, и теперь его нужно собрать в ком и отправить в холодильник. Я его немножечко подмешиваю руками, собираю все крошки, и получается вот такое вот уже сейчас рассыпчатое тесто песочное. Его кладу в пакет и отправляю в холодильник. Тем временем я поджарила немножечко арахис и его измельчила, и немножечко вилочкой подбила белок, чтобы он стал помягче. Тесто полежало в холодильнике где-то хороших полчаса-час, и теперь его можно раскатывать толщиной где-то в 0,5 сантиметра. Я буду вырезать вот такой вот формочкой и крупной насадкой серединку. Можно вырезать какие-либо фигурные печеньки, это вообще не принципиально. Можно вырезать и формочкой для кексов, чтобы это было зигзагом, и серединку чем угодно вы вырезаете, хоть рюмочкой, здесь тоже уже смотрите, просто что у вас есть в наличии. Вот такая вот и толщина теста, оно красивое. Теперь для того, чтобы приклеить арахис, буду смазывать яичным белком. Я взяла просто силиконовую кисточку. И ней смазываю кольцо. И затем это кольцо смазанной стороной кладу в измельченный арахис. Я его скалкой порубила. Покрутила чуть-чуть. Переворачиваю. Где мне вдруг не хватает, где не так приклеилось, поправляю. Можно больше, меньше. Можно арахис вообще целыми половинками делать. Здесь уже смотрите по своему вкусу. Отправляем все в духовку. Духовка разогрета 190 градусов. Пекутся они у нас от 10 до 15 минут. У меня в среднем пеклись по 12 минут. Просто периодически заглядывайте. Когда мне в леньке, я уже делаю вот такие вот просто палочки с арахисом. Их потом тоже очень удобно кушать. В общем, дерзайте. Это очень просто, очень вкусно. Очень крутой такой десерт к чаю. С вами, как всегда, был Кек. Живите вкусно! До новых встреч. Пока-пока.